Привет, дорогие друзья, с вами я, Монако Бес. И в этом ролике мы получили третий лунный подарок в Бравл Старсе. Как вы знаете, что сейчас недавно появилась акция 140 мегаящиков за 200 рублей. Ну, за 180 рублей. И все, больше половины игроков Бравл Старсе, где-то процентов 80, не купили эту акцию. Претензии такие, что они типа не купили. Первое. Типа, у вас акция, типа, бесконечно такое грузилась, как и у меня. Может, такое еще быть. Второе, может, у кого-то, ну, кому-то родители не разрешили. Третье, может, вообще, у вас, типа, на счету, у карты нету денег. Да, пацаны, знаю, вы такие не одни. Потому что больше игроков в Brawl Stars, типа, не задонатили на эту акцию. Хотя она очень выгодная. Ну, в принципе, давайте перейдем к сути ролика. Суть ролика такова. Мы сегодня получили третий подарок в Brawl Stars. И давайте его заберем только, когда ты подпишешься. Вот ты именно. Ты подпишешься на мой канал. И поставишь лайк. Пацаны, вы на прошлом ролике набрали 15 лайков. И я решил для вас снять ролик. Кстати, пацаны, скоро будет оценка каналов. Там будет 5 каналов. Просто у меня типа там мало людей поучаствовало. Ну ладно, в принципе. Я думаю, что кого-то там выберу. Ну, давайте, забираем сначала 10 монеток. Собрали. И забираем мы 500 удвоителей. Вот такие вот красивые 500 удвоителей. Например, давайте я включу для реплея Brawl Stars. Ну, Brawl TV, чтобы я вам что-то рассказал. Пацаны, я хотела бы вам сказать, что у меня ролики будут выходить, если вот вы под прошлым роликом набрали 15 лайков, говорил, набирайте 15 лайков, буду снимать для вас 3 ролика в неделю. Я буду снимать для вас 3 ролика в неделю. Это вот этот, это прошлый ролик, типа второй день подарков, или там первый. Еще будет оценка канала. Так что, пацаны, думаю, что все ждут, я в том числе жду. Думаю, вам оценка каналов зайдет больше, чем топ-5 лучших подписчиков. Потому что топ-5 лучших подписчиков это похоже на оценку каналов. Еще хотел сказать, у меня ролики будут выпускаться, если 3 ролика в неделю, тогда в понедельник, суббота, неделя. У меня будут ролики выходить в понедельник и в субботу и в неделю. То есть 3 ролика в неделю. Если вы набираете под этим роликом каким-то чудом 25 лайков, я для вас буду снимать 5 роликов в неделю. А там будет столько контента, так будет 2 оценки каналов. Давайте так, набираем под этим роликом максимально быстро 10 лайков. Я выпускаю для вас сегодня оценку канала. Если вы не наберете, я не выпускаю оценку канала. Хорошо, пацаны? 10 лайков максимально быстро. Чтобы я не снимал для вас ролик уже 12 ночи, как когда-то было. Так что, вот так, пацаны, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Также, пацаны, заходите на мой дискорд-сервер, на какого ссылочка будет в описании, там первая ссылочка на мой дискорд-сервер, заходите туда. Там мы будем общаться в разное время, может, один раз в неделю в 15:00 будем. Короче, мы там общаемся либо в неделю, либо в субботу. Но уже мы не общаемся, потому что, уже, считай, где-то неделю-две мы уже не общаемся, не говорим, потому что... Ну, я для вас снимаю ролики. У меня, кстати, уже есть